Земляные работы, которые были проведены 12 апреля в районе Немчинова ручья и месте его пересечения земляной насыпью, давали надежды на то, что вода с потопленных территорий начнет отходить. Но вскрытие тела дамбы и восстановление пропускной способности канавы не принесли ожидаемых результатов. Часть воды действительно стала уходить сквозь прорытый дренаж. Остальная устремилась дальше на участке жилой застройки на улице Кузнецкой. Ее жители, зная, каким последствиям может привести подъем воды, начали бить тревогу. Опасение в том, что нас затопит. Благодаря дамбе, которую нам сделали, и благодаря тому, что дренаж не сделали, хотя он должен был сделаться в первую очередь дренаж, а потом должны были сделать дамбу. Благодаря этому, за то, что дренажа нету, у нас сейчас вода, вот здесь было озеро, вода превышает, все идет к нам сюда. Улица Кузнецкая, улица Завражская нас подтапливает. Вода за ночь прибыла примерно на 5-10 сантиметров. Жители улицы Кузнецкой выяснили это при помощи деревянной вешки. Вчера вечером она стояла вровень с уровнем воды. Все утро встревоженные устюжане наблюдали за ситуацией на подтопленных территориях. С каждым часом бездействия, по мнению местных жителей, растет ущерб устюжан. Факт то, что если вот это сейчас останется и прибывает, вот люди там затоплены на Завражской. У них и в подвалах вода, вы уже это знаете. И получится так, что от наводнения, когда вода приходит, она резко уходит, она все унесет. Здесь это, я не знаю, они, наверное, огороды не смогут посадить, потому что она будет стоять, а когда она высохнет, это непонятно. Это непонятно. И, ну а что больше сказать? Больше даже слов нет. Во второй половине дня подтопленные улицы посетила комиссия с участием глав города и района, представителей спасательной службы и подрядных организаций Великого Устюга для выяснения обстановки и корректировки дальнейших действий. В переулке Завражный вода за сутки поднялась до калиток первых домов, проходы между домами затопила. Следующим пунктом посещения стала песчаная дамба, которую накануне вскрыли строители. Визуально видно, что течение появилось, но пропускной способности мелиоративной канавы не хватает, чтобы принять всю воду. Сегодня приняли решение о том, что прочистить полностью вот тот канал, который собирает и занимается водоотведением. Потому что действительно вода не уходит, потому что он заросший уже и более 10 лет, его никто не чистил. Сейчас прочистим эту территорию, углубим этот канал для того, чтобы вода с территории вот этих затопляемых ушла именно по этому каналу. И, соответственно, конечно же, уверен, что она будет дальше уходить по этому каналу. Углубление и чистка канала начнется уже 14 апреля в 8 часов утра. Мы уже и с правительством, и с департаментом связались. Труба, которая была заложена в проекте, однозначно будет меняться. Это в рабочей документации и будет увеличение диаметра трубы. И сейчас уже подрядчики прорабатывают вопрос по приобретению данной трубы или там поставят трубопереходы, может быть, даже в бетонном исполнении. Но сейчас будет вместе с заказчиком и подрядчиком вопрос решаться. Однозначно эта труба, которая была запланирована, ее устанавливать никто не будет. Организационные вопросы уже решаются, и уже в скором времени вода от потопленных участков должна отойти от домов. Степан Крижановский, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».